Че, новый день у нас. Работай вагон. Задать вагон. Вот готова коса от Ромыча. На ВЕМС, на марка мне. Надо еще варить сосцы в алюминии. Подобрать фитинги под эту проставку. Что там в боксе происходит? Да, там турик песня. Работа кипит, Марк, работа кипит. Короче, плотненько. В GS круто придумали. В планшет с каталогом. Можно, пока продавец занят, самому найти товар, сказать артикул, чтобы долго не искать. В GS фитингов нужных не оказалось. Спасает Шервуд. Даже если что-то не стреляет, ребята подточат. Вообще капитальные красавчики. Еще такая вот ситуация. С ВЕМСом мне пришел датчик температурный от Матиза. Я заранее заказал фитинг приварной. Что-то там с резьбой не то. Болтается. Не лезет. Вернее, лезет со свистом. Внимательно посмотрев, стало понятно, что уже датчик испорчен и нарезана новая резьба. Пришлось покупать новый. И все, огонь. Подскидали SX. Открашен пластик новый. Теперь это настоящий 180SX. Четенько. У Олега у нас тут присварочные движения. Я, короче, занимаюсь электрикой. Косоплютью маленечко тут. Подгоняю косу под 147-й коллектор аристовский. Легкая она не стреляет, потому что была сделана на базе сотой. Такой вот, короче, кулючек получается. Мощнецкий, бля. Мне нравится. Так, а что там по электрике? Как дела движутся? Короче, все на родных пластмасочках. Треперочка, гофрочка. Нормально так получается. Мне нравится. Ну, на сегодня хорош, наверное. Бля, какой же он огромный, ну просто капец. Мощно. С Марком все, а с Вероссой не все. Занимаемся. Строим корч, а ты говно. Сейчас картинку эту с ротвейлером надо запилить. Гусь освободится. Можно на SX нападать. Вероса поедет у нас на сцеплении Эдель. Будем проверять, тестировать.